ребята, вы на канале Виталий Дрон Фрирайдер. Сегодня я вам хочу рассказать всю правду о сенсорах на Mavic Air 2S. Как они работают и как они плохо отрабатывают. И поэтому сами посмотрите это видео и потом подумайте, стоит ли пробовать Active Track где-то в лесу. Поэтому посмотрите сами. Поехали! Так, давайте попробуем, как дрон работает в Active Track. Никогда не пробовал. Сейчас устроим жесткий тест. Так, выбираем Active Short и Go. Давайте попробуем. Полетит он за мной. И как он это будет все обходить? А что ты не летишь? А, я неправильно все сделал. Давайте нажмем его. Почему не идет? А, он за мной просто наблюдает. Окей. А чтобы он ехал за мной? О, теперь он за мной едет. Нет? А, да. Проверяем, как он обходит это все дело. Охренеть. Охренеть. Давайте ему усложним все это. Пойдемте вниз. Хорошо, вот я пульт держу. Вот он идет сам, обходит все. Обалдеть. Так, давай сюда, сюда, сюда. Сюда ко мне. Есть. Вот здесь он влетел, влетел. И попала ему камера. Ага. Потерял он меня, блин, я врезался, ребята. Но он выдержал. Офигеть. Обалдеть. Гоу. Блин, только не врежься, пожалуйста, опять, а? Давай вот туда. Что-то как-то ты резво летаешь, блин.
Вот заморочка, короче, с этими сенсорами, это офигеть, как хреново они работают. Ну что, ребята, я вам могу посоветовать, не летайте в лесу с актив-треком. Плохо он работает. Вы сами видели, как я врезался. Он ведет себя непослушно, очень резко. Он не делает таких медленных поворотов. Он почему-то дергается, сам не понимаю. Первый раз вот сегодня попробовал и первый раз понял, что ну его нафиг. В лесу актив-треком не надо пользоваться. Лучше где-нибудь в поле, там вы едете на машине, чтобы машина облетала, чтобы не было нигде деревьев. Это да, конечно, это здорово. Или яхта, или моторная лодка, но не в лесу. Ну что, на этом все. Было мое коротенькое видео. Давайте до встречи, ребят, увидимся в новом видео. Пока.